В чем задержка, капитан? Мы ждем, сэр. Чего вы ждете? Рядового Доса. Кто такой рядовой Дос? Я всегда мечтал стать врачом. Да учеба подвела. Я не буду отсиживаться здесь, пока остальные воюют. С чего ты взял, что война подстроится под тебя? Пока остальные убивают, я буду спасать. И это тоже служба. Основана на реальных событиях. Это ваш личный подарок от правительства США. Чтобы вы били врага насмерть. Простите, сержант, я не трону оружие. Ты не убиваешь? Нет, сэр. Ты в курсе, что на фронте убивают постоянно? Рядовой Дос не верит в насилие. Не рассчитывайте, что он спасет вас на поле боя. По мне так веры тут ни при чем. По мне так ты трус. Я полюбила тебя, потому что ты не похож на других. Говорят, ты пойдешь под трибунал. Я не смогу жить дальше, если предам все, во что верю. Мир так сильно старается уничтожить тебя. Не понимаю, что плохого в желании хоть немного его исцелить. Рядовой Дос, вам разрешено участвовать в бою без возможности защитить себя с помощью оружия. От режиссера «Храброго сердца». Я тебя вытащу! В ноябре. Вам надо это видеть. Кто это сделал? Наш трус Дос. Завтра мы снова идем в бой. Один из величайших героев Америки. Парни отказываются идти без тебя. Не сделал ни одного выстрела. Помоги! Доверься мне. Вернись домой живым. Прошу, Господи, помоги спасти еще одного. Хотя бы еще одного. По соображениям совести.